Смотрите в пятницу 29 марта в 18:15 программу о животных «Хочу домой» на телеканале «Самара ГИС». Вы увидите, трем собакам нужен свой дом и любящий ответственный владелец. Возьми собаку из приюта. Сюжет о счастливой судьбе потерявшейся овчарки из города Ижевска. Как она обрела своего любящего владельца в Самаре. И гости в студии. Руководитель самого большого чата по поиску собак в Самаре и губернии, организатор сообщества «Зоопоиск» Ипатова Светлана и Надежда Гальвас. Обо всем этом смотрите в программе о животных на телеканале «Самара ГИС» в пятницу 29 марта в 18:15.